Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Обширный западный циклон продолжает наступать через Урал на Сибирь, оттесняя антициклон и морозы за Енисей. А теперь более подробный прогноз. В понедельник, 18 декабря, в Новосибирске погода без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. За окном в ночные часы похолодает до -28-30, в пригороде до -35 градусов. Днем уже немного теплее, -18-20. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом у меня все. Желаю хорошего настроения в любую погоду.